А? Все говорят, что в семействе Мужун появляются сильные из поколения в поколение. Увидев впервые, я сразу могу сказать, что слава о вас распространяется не зря. На самом деле, мы пришли сюда в надежде на вашу помощь. А, помощь? Верно. Наша цель визита тоже касается Линьфана. Раз уж у нас одна цель, то как насчет того, чтобы объединиться? Объединиться с людьми из страны М вы не заслуживаете. То, что случилось между нами и Линьфаном, это наша собственная забота. Забота Китая. Это не ваше тело. Ха, так и знал, что вы, китайские мастера, не только глупы, но и упрямы. Увидев вас сегодня впервые, я могу сказать, что это действительно так. Вы ищете смерти? А-а-а. Похоже, стоит применить это. Вы, кучка китайцев, совсем не знаете ужаса нашего Тяньцы. А? Вы люди Тяньцы? Ха, именно. Нет. Уже поздно. Это новейшая технология, разработанная нашей страной. Она может высвобождать специфическое магнитное поле, которое вступает в реакцию с вашей так называемой силой неба и земли. Проще говоря, пока вы находитесь в пределах этого магического поля, вы, китайские культиваторы, не сможете оказать никакого сопротивления. Не слишком ли ты недооцениваешь нас? А, что, сломал? Слышал, что Тяньцы секретно разрабатывают технологии относительно Китая. Видимо, уже удалось сделать это. Только вот вы недооцениваете силу китайских культиваторов. А? А что? Умрите! Подождите! Что ты хочешь сказать напоследок? У нас и вправду нет никаких дурных намерений. У нас у всех одна цель – это Линьфан. Тогда почему бы нам не объединить усилия? Этот парень уже на фундаментальном уровне, согласно вашей китайской системе культивации. Что ты сказал? Вам будет полезно объединиться с нами. Вы ведь видите, что наше научно-техническое изобретение, независимо от того, что оно не сможет блокировать вас долгое время, но за этот короткий период все еще можно оказать на вас влияние. Отпусти их. Что за вражда между вами и Линьфаном? И как вы узнали, что мы здесь? Линьфан убил нашего человека. Это все же стиль Линьфана.
Поэтому у нас общая цель. Я могу сотрудничать с вами. Но это лишь в порядке исключения. Хорошо, у нас есть план. План таков. Господа, у вас есть возражения? Кто бы мог подумать, что ваш план будет таким детальным и тщательным? Но это пока что примерный план действий. В таком случае, желаю нам удачи. Желаю нам удачи. Горная тропа. Китайцы и впрямь глупы. Они так легко поверили нам. Семья Мужун смогла удержать свою позицию в течение многих лет. В них определенно есть что-то особенное. Нужно быть осторожными. Хорошо. Мы как раз воспользуемся этим случаем. Можем уничтожить всех китайских культиваторов, которые будут участвовать в аукционе. Что? Эй, тут есть один китайский культиватор. Не хочешь опробовать наше новое изобретение? Да, давай. Через некоторое время у обрыва. Кто там? Выходи! Что это вы здесь делаете? Мы пришли заполучить твою жизнь. Отлично! Значит, осмелились встать у меня на пути! Умрите! Все еще думаете? Кажется, наше изобретение неплохое. Танцы потратил 10 лет на разработку данной технологии. Ладно, нам нужно идти. Да, идем. Лауэй, в таком случае, сегодня не буду беспокоить тебя. Хорошо, увидимся послезавтра. Да, хорошо. Через день гостиница «Жемчужина» в магическом городе. Очень сильная энергия. Лин Фан, человек из семи Мужун уже прибыл. Он здесь. Да, я знаю. Это Мужун Шан. О, твой знакомый? Мы не знакомы в лицо.
пришедший Мужун Шан, Мужун Фэн, Мужун Лин. Все они почти достигли фундаментального уровня, но все вместе они смогут высвободить энергию, сопоставимую с фундаментальным уровнем. Интересно. Ну что же, идем. Господин Ли, входите. Аукцион в самом верхнем этаже. Через некоторое время. А, такое большое. Линьфан, ты пришел. Я уже занял тебе место. Большое спасибо, Лауэй. А вы, члены семьи Мужун, наслышан о вас. Мужун Шу, рада встрече, Лауэй. Лауэй, вы шутите? Я больше не член семьи Мужун. Пожалуйста, присаживайтесь, все люди уже пришли. Теперь ждем, когда придет Юань Дунхуан. Идемте сюда, прошу. А? Позвольте спросить, могу ли я сесть сюда? О, ну конечно можете. Давно не виделись, Мужун Шу. И вправду, давно не виделись. Не ожидал, что ты предашь семью, Мужун. Ты подумала о последствиях? Впредь, семья Мужун. Юху, Линьфан! А? Ай, Сяо Юань, что ты здесь делаешь? Точно! Как только зашла, сразу увидела тебя! А, правда? Тогда мы точно предназначены друг другу судьбой. А, кстати, после окончания аукциона приглашаю тебя поесть. Как раз тогда встретишься с моим папой. А, с твоим папой? Мой папа и есть Юань Дунхуан. А? Этот парень связан с дочерью Юань Дунхуана. Это немного затрудняет дело. Вот как. Неудивительно. Что ты знаком с дочерью Юань Дунхуана. Я смотрю, у тебя широкий круг друзей. Это неожиданная встреча. А, чего? О, он раскусил нас?